Всем добрый день. Сегодня буду впервые собираться спускать на воду фишпакрафт производства фирмы «Тантео». Собран, как видите, времени это заняло не так уж и много. Вот. Покрафт исполнен в варианте рыболовном, так называемый фишпокрафт, в полной комплектации. Что в нее входит? Сам покрафт, надувное дно низкого давления, сумка багажная и багажник из резинки на корме. Также сделаны веера для удобства если переноса лодки, крепления якоря или какого-то рыбацкого оборудования. Два спиннинга держателя, которые можно устанавливать в двух положениях. Одно как по левому борту транспортировочное или по правому борту для дорожки. Рыбалки, скажем так. Вот. Сам покрафт весит без надувного дна сидушки и сумки 5 килограмм 600 грамм, надувное дно 2 килограмма 500 грамм, сумка 400 грамм, сидушка 300 грамм. Вот. Для облегчения в каких-то ситуациях, когда надувное дно, в надувном дне нет необходимости грузовой сумки, можно это все снять и с собой не брать. Тогда вес покрафта будет равен 5600 сам покрафт и 300 грамм сидушка, что вполне приемлемо для переноски как вручную или на багажной тележке для транспортировки пешком или в общественном транспорте. Длина покрафта 3 метра. Выполнен он из материала баллоны ТПУ, плотность 400, дно ПВХ, плотность 650, надувное дно и сидушка также выполнены из материала ТПУ, плотность 400. Сейчас буду впервые спускать его на воду, попробую, как он на воде. Да, также еще хотел бы заметить, что дополнительно на корме покрафт установлен маячок курсовой устойчивости. Надеюсь, он сделает ход покрафта более ровным в тихой воде. Хорошо, всем спасибо, буду спускать на воду. Go back to then. When? Now. Now? Now. I can't. Why?
Честно. Спуск на воду прошел, я уж не знаю, как все это выглядело со стороны, но мне понравилось. Ход по крафту очень легкий, тем более с надувным дном. Но вот то, что до этого я тестировал без надувного дна, мне показалось ход потяжелее, но вот с надувным дном очень комфортно. Не уверен, что я буду брать его каждый раз на каждую свою рыбалку для облегчения веса и уменьшения объема транспортировочного. Но, тем не менее, вещь это не лишняя и всегда пригодится. Ну, всем спасибо.